А вот здесь лежит, прямо вот здесь, походу, я на ней стою. Блин, я не хочу прокомментировать это. Мы не знаем, что это, если бы мы понимали, блядь. Мужчина. Тебе. Каскадер, актер. Это тебе. Филипп. То, что надо. Каскадер. Филипп, здорово. Так, не воруем деньги, гости проходите. Я специально делаю этот голос, чтобы тут не узнали. Я об этом узнала еще в медицинском центре. Так и будешь стоять? И даже костюм видела до этого. Проходим в церковь. Проходите в церковь. Не правда? Так, вы подходите. А нас в таком виде туда пустят хотя бы? Вы в своем уме? Тоже так думает. Вы? Что? Что? Вы. Мэм. Это вы? Алло, брат. Вот тут сзади в палатинах это... А что это за шуба такая? Я что-то подложил. Нет, не у меня. Чтобы они были настолько объемными. Из норки. Писец. Какой норки? Это писец. Блять, он исчез. Какого хера он исчез? Так, я сейчас. Секунду. Господа, заходите в церковь, присаживайтесь. Что нам тут делать? Ну, ждать, пока все зайдут. Свидетели и невесты зайдут. Конечно, осторожно. Блять, где шторм? Да, ебать. Дайте пройти. Входим. Дик, войди. Фрэнс, давай, брат, давай, заходим. Я понял. Чтобы не передавали, я ее убью. Просто успокойся. Вот я не могу пугать эти ротыши. Да бесату я так, господи. Дайте пройти. Я, да, приезжаю. Нам прям внутрь, глубоко. Нам прям глубоко внутрь, да. Давайте проникайте уже, глубокий мой. Заходим. Что ты уселся? А ну быстро в церковь. А ну пошел. А куколка. Ой. Да. Так, пойдемте вместо. Было здорово. Давайте присядем, да. Надо будет как-нибудь повторить. Блин. Конечно. Британия, мы за кого? За жених или за невесту? Я не знаю, не безрезно. Извините. Я за банкет. Мам, разрешите рядом с вами. А я за банкет. Да, без проблем. Я за банкет. Душа, господи. Я рад за людей. Есть гигиена. Возьми, аккуратненько. Я тебе губы. Здрасте. Все какие-то зажатые. Уже занято. Серьезно? Я занят. Садись. Все-таки праздник у людей. Девушка, сюда садись. Тут есть. А вы не смеете присоединиться? Абсолютно. И поверни спиной. Ой, более я потеряла. Давайте. Вы знаете, кожа очень стягивает. Справа. Я практически ничего не чувствую. Может, развернуть? Хорошо, в первом ряду. Я на самом деле на такой близкий родственник, чтобы в первом ряду сидеть, но... Вы мне скажите об этом. Да я тоже. Да ничего, кто успел, тот меня откажет. Стой, зажигай тебя. Хорошо. Ты вообще? Но если я на вас сел, то я не специально. Я держу твою гитару, тебя. Что-то все тебя, парни, поближе поднесу. Да? Давай. Куда мы? Куда? Как бы бодрость за эти парень. Красивый часок. Да, тут свободно как раз. Студентский лев. А, ты пригладь, я вижу. Аккуратненько. Ой. Праздним. О, господи. Ave Maria! Останови его нахуй! Мужчина, можете не брать такие низкие частоты, вы лопните все стаканы. У нас ла-ла-ла-ла! Заткнись. Справа вставай, да? Сэр, можно не тыкать ничем мне? Нет, слева. Сбоку. Согласен, здесь все очень напряжены. Да проходи, я специально ноги убрал, чтобы ты... Спасибо, молодые люди. Мэм! Да. Мужчина, вы можете не прыгать, у меня... Заткните его, кто-то. О, господи. Блять, это только у меня в голове, да, мужики? Вы что, позвали Витаса на свадьбу? Слушай, ладно, давай, надо что-то... Не толкайся. Сдержанно. Милый, хочешь со мной постоять? Да сядь ты, просто там нету ни пик, ни членов. Кого?
Можете мне на колечко сидеть. А, можно меня на руки? Нет. Томми, ты на руки хочешь? Я освобожу место. Милый, иди ко мне. Если у кого-то появится нокинг, здесь есть врачи, обращайтесь. Убери руки. И спасатель, который... И спасатели. Ну, руки убери. Можно меня садиться, кстати. Давно меня никто не держал. И цыгане. Ой. И цыгане есть. Цыгане больше все. У меня нет денег. Я тебя посильнее прижу. У меня тоже, дайте. Да город извращенцев, не говорите. Невеста в зале, все встаем. Давай я его аккуратненько принесу. Так, пап, нам... Я только сел, я тебя назад потащил. А ну, ребят, ну вставайте все, я встал же, а? Ну давай. Чё вы... Слышь, мужик, вставай. Слышь ты, вставай. Аплодируйте. Томми, брат, Томми, лови меня. А вам она идёт. Кто невеста-то ёбан? Куда? Всё, идём? А кто жених? Кто из них жених? Блин, я сейчас на телефоне поставлю. Да. Пожалуйста, не пой, я тебе бабу дам, не пой. Да, давай, давай, давай. Капец, я сейчас замуж выйду. Как выйдем, да. Поздравляю, доченька, такое бывает. Бля, это близко, это лучшее место. Так, секундочку, я сейчас там телефон нашла уже. Это очень важно, так сказать. Так, вот это вроде, да? Знаете, сэр, плохому танцору. Ой, это реклама, подожди. Кто дрочит? Кто дрочит? Я. Не. Бля, Томми, ты не дрочишь, не? Иди сюда. Блин, как я на этом фейсбуке рекламу вообще трахал? Фернандо, мы все в церкви, тут свадьба. Так, подожди, это то не то. Я справлюсь. Я устал. Информалы. Подожди, это не то. Ну, та самая церковь, знаешь, в Лос-Антосе. Церковь, когда пускают всех приезжаем. А кто эту херню написал вообще? Ну-ка. Шопен, наверное, это... хрен его знает. Нет, кто? Это не Шопен. Бля, кто женщина, а? Так а процесс начнется уже? Блин, гребаный насос. Я не думал, что свадебную музыку так, кажется, сложно найти. Вивальди, гугли. Так там мужик напоет. Мама, у вас прекрасные соски. Или Бетховена, гугли. Кажется, я нашла. Во. Да, да, да. Так, я говорить не буду, я буду держать в зубах телефон и идти с... Тихо. Какая милая невеста, посмотрите. Сейчас расплачусь. А у нее есть сестра? Никто не знает, ребят. Рядом стоит... Здоровья вам. Я плачу, Томми. Держись. Так, дай место. Уважаемые гости, жених и невеста, сегодня мы собрались в этом прекрасном месте, храме Божьем, для того, чтобы заключить союз на небесах между Венделом Фриманом и Николь Смит. Решайте сами. Это не эта тёлка вчера. Исходя из того, что католическая вера в США сейчас очень современная, мы принимаем ваши одеяния и начинаем церемонию. Сначала я задам несколько вопросов невесте и жениху. Ты мне говоришь, что от меня вкусно пахнет. Пришли ли вы в храм добровольно, и является ли ваше желание вступить в законный брак искренним и свободным? Да. Готовы ли вы хранить верность друг другу в болезни, здравии, в счастье, в несчастье до конца своей жизни?